Толя Катсон, мальчик, которому мы помогаем победить болезнь, посетит студию «Союз мультфильм». Мальчика пустят в святая святых, в цехах, где происходит рождение мультиков. Обычно на производство никого не пускают, экскурсии проходят только по музеям киностудии. Но для особенного ребенка из Красноярска решили сделать исключение. Ему покажут создание двух мультипликационных картин. Их особенность в том, что их делают по технологиям, которые сейчас практически не используются. Большинство мультиков рисуют на компьютерах. Толя же увидит, как рождаются кукольные картины, которые так любили многие поколения детей. В съемках произведения по сказкам Гофмана задействованы более 200 кукол. Также мальчик сможет посмотреть, как из-под карандаша аниматоров выходят рисованные мультфильмы. Как раз по технологиям, которые много лет назад использовались, когда рисовалось на кальке, каждый кадр это был отдельный рисунок, стопки и калик, как это все отрисовывается. Из этого всего видно, как рождается мультипликация. Мне кажется, что ребенку это было бы, конечно, бесконечно интересно. Исполнить мечту Толи, увидеть своими глазами таинство создания мультиков, хотели многие, а удалось это красноярской общественнице, директору парка развлечений Монике Дюсуше. Она попросила сразу нескольких человек, имеющих выход на киностудию, помочь мальчику. Однако помощь пришла, что называется, откуда не ждали. Моника рассказывает, что случившееся было подобно чуду. Человек из другого региона, который даже не видя Толи, абсолютно внезапно откликнулся. Хотя, кроме его выхода на «Союз мультфильм», искала еще 5 человек, москвичей. И буквально на следующий день он отписался, что можно всем давать отбой, и он съездил и договорился. А я общалась с Толиной мамой, она говорит, он очень обрадовался. Она ему сказала, ты точно вот уверен, что ты хочешь туда поехать? Он говорит, да, конечно, это именно то, что я и хотела.